Всем привет, дорогие зрители моего канала. Вот и настал момент, когда YouTube почти заблокировали. Ни у кого, у 90-80% людей не грузятся видеоролики. Это большая беда, и что делать, никто не знает. А сегодня я вам за одну минуту расскажу, как можно это обойти. Пока что это можно обойти. Так что пользуйтесь. Есть бот, называется Razis VPN бот. Ссылка будет в описании или в комментариях. Этот бот позволяет специально, то есть этот бот сделан специально, чтобы смотреть видосы в YouTube через телефон, через Android, iPhone, неважно, через любой браузер. Он вам дает VPN или же расширение, или же приложение на телефон. Вы скачиваете и спокойно смотрите свои видосики. Ссылка будет в описании, напоминаю. Цены просто маленькие, пачка сигарет, друзья, пачка сигарет, вот. Расширение на браузер, допустим, на 30 дней стоит всего лишь 199 рублей на 30 дней. Заходите, оплачиваете и все, друзья, получаете свое расширение. Все просто везде пишут, как, где, что, куда, я нашел способ и выложил. Всем спасибо, друзья, не забываем поставить лайк, комментарий. Все будет внизу, или в описании, или в комментариях. Вот называется Razis VPN для YouTube. Пока-пока.